Привет, сегодня посмотрим посылку, которая уезжает клиенту. Очередная, ну, очень популярная позиция, все они знают. Просто еще раз хотелось показать, как это все выглядит. Это лаунчи EasyDiag, который сейчас в желтом корпусе уже не поставляется. Сейчас идут уже в таком, то есть есть EasyDiag 3.0. Вот это EasyDiag 2.0 в такой версии, называется X431. Но это по сути обычный EasyDiag, просто визуально по-другому выглядит. Прозрачном корпусе. Также в комплекте, где человеку отправляем новый планшет Lenovo, уже вместе с установленным программным обеспечением под CMarque. Ну, здесь в данном случае мы убрали китайцев, потому что он сказал, ему они не нужны, поэтому здесь в основном только Европа и остальные марки. Программное обеспечение занимает около 5 гигабайт. Поэтому, если вам нужно очень крутое устройство, комплект для диагностики, для того, чтобы начать работать на СТО, ну, как правило, это беру для СТО, то вам подойдет вот такой комплект, это лаунч. Его цена на сегодня 5800 вместе с программой, которую мы разово ставим, потом при желании можете повторно обновить. Сегодня ставится актуальное 2018 года программное обеспечение, все марки автомобилей. То есть это по сути тот же самый функциям, как X431, единственное, что не хватает комплекта кабелей. Но вы, если вам нужна диагностика старых автомобилей, у которых разъем не ОБД2, а отличается, то есть там какие-то старые, то вы можете его докупить отдельно, оригинальный комплект, он идет в кейсе, там 21 набор кабелей. Вот, а этот комплект уже уезжает очередному клиенту.